Мы попросили детей объяснить своими словами действия, которые любят выполнять далеко не все наши зрители. Попробуйте и вы отгадать это слово. На нашей страничке в YouTube и Instagram обязательно напишите, на какой секунде рубрики вы поняли. А теперь давайте дадим слово деткам. Время пошло. Утром помогает проснуться, взбодриться. Я не по утрам делаю, отжимаюсь, приседаю, локти разминаю, шею, чтобы быть сильным, здоровым, чтобы быстро бегать, чтобы были мускулы. Это надо делать каждое утро, чтобы быть сильными, бегать, прыгать, танцевать. Когда я просыпаюсь, я делаю мостики, разминаюсь на шпагатах. Я разминаюсь головой, руками, ногами. Движения разные. Бегаю, прыгаю. Ее утром делают приседания, обжимания, хлопают ладошками. Это физические упражнения. Что это, чтоб сила была, чтоб организм не болел, чтоб много иммунитета было, чтобы были сильными, здоровыми, с мускулами, чтобы быстро бегали. Занимались на тренажерах. Обычно это по утрам делают. Нужно каждый день делать. Не знаю, я не делаю. Моя мама делает, мой папа, мой брат и я. Это делают и взрослые, и дети. Вообще это очень нужная штука. Бабушки, дедушки тоже это делают. Лениться, это делать плохо.